Гусь хрустальный, стекольный хрустальный завод. Вот, собственно, все, что вот это вот обработка. А вот сюда вот там формы плавят и все. Один цех остался благодаря нашим перестройщикам. Но, слава богу, люди сохранили технологии. И то, слава богу. В музее сниму побольше. Венецианская нить. Я всегда говорю, когда мы по спирали падали, а сейчас поднимаемся. Видите, какая? Это высшая работа мастеров-выдувальщиков. Вот как это? Все в горячем виде, в состоянии все это сделать. Да, там внутри. Там внутри это все. Да, 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 все так. Вы представляете? Сначала баночку, потом следующий, потом следующий, потом дротиком вот наматывали в горячем состоянии. А вот стенд Муратова. Он академик, народный художник, почетный гражданин города. Вот вы будете в музее хрусталя, там есть композиции, которые называются «Гимн стеклу». Огромные композиции. Автор Муратов. И Касаткин, который по настоящее время работает на предприятии. Муратов, конечно, ушел уже из жизни. Но свои изделия он всегда пескостроил сам. У нас есть художник-гравер, который бормашиной рисует вот такие изделия. Видите как? Бормашины. Кто-то зубы, кто-то ногти, как я говорю, а кто-то картины рисует. Есть у нас лохнесское чудовище, пришельцы с планеты Икс. Колокольный звон хрусталя. Видите, какой потрясающий звук. А вот ваза, подаренная нам Дядьковским хрустальным заводом, нам на 200-летие. Это урановое стекло. Вот когда Путин сюда приезжал, а он здесь был в 2002 году, сначала все проверяли, фонит, не фонит. Не фонит, жить будем. Большая коллекция изделий из уранового стекла находится в музее хрусталя. Там иногда выключают свет и показывают, какой вот этот фон. Это урановое стекло. Ну и сейчас к дамскому подиуму. Такие огромные изделия, непонятной конструкции, но авторские. Ну вот жемчужина, понятно, пылинка на ветру, торнадо, радуга. Или вот там березовый мотив. Видите, как художник видит свои... Просто вот на, не скажешь, и будут люди думать, а что же это такое? Когда скажешь их название, то, что они придумывают. Вот здесь тоже Андрей Степанович. Вот сейчас давайте я... Давайте я вашему молодому человеку вот так чуть-чуть приподнимет двумя руками. Чтобы он имел представление, какие изделия держат на трубочке. Попробуйте. Вот так, вот так, вот так. Раз, чуть-чуть приподними, попробуй. И это все вот на той трубочке, которую я вам показывала. Вот так. И вот так ее нужно всегда вращать. И это еще без колпака. А иногда колпак у таких изделий тяжелее, чем само изделие. Представляете, какой это?
Здесь у нас есть концерт. Серия военных. Вот у Александра Грозунова «Цветы эльфов», «Сириус». Вот три ваза, которые Владимир Иванович назвал «Клевер». А рядом красавица в кокошниках. У Александра Грозунова здесь набор «Шахматная королева», «Провинция», «Карусель». Вот здесь Александр Грозунов. А здесь снова Владимир Иванович. Вот это сосуд он назвал «Полет над Муромом». Она тоже сделана методом песка струя, но еще и отполирована на химической полировке. А здесь у нас есть черепаха, корова в сарафане с коромыслом, кот, свиноматка. Вот сюда дама подходит, и я вам расскажу из позиции. Свиноматка. Директор племзавода заказывает подарок. Но условие, чтобы был носик пятачком, хвостик крючком, чтобы она улыбалась. Было 12 сосков, а вокруг 15 поросят. Вот такая композиция. Заказчик взял. Музей хрусталя такой же выкупил. Ну и одна у нас. Все подходят и улыбаются. И она улыбается. Ну вот мы видели форму. Вот вазочка «Кора». Это художник Игорь Томский из Питера. Ну, я показывала фактуру уже в форме. А у нас художник Света Березина. Она приносит из леса ветки, шишки, раскладывает их в форму. Они сгорают, а фактура на изделиях остается. Видите? Это у нас художник Света Березина. Она сейчас в декретном отпуске. Вот когда... Поздравляем. Вот когда она делала вот эту композицию «Лесные озера», я ей говорю: «Света, как грибы у нас?» Она говорит: «У вас грибы, у нас озера». Девушка из Челябинска. Видите, такая композиция. Вот у нее очень интересные времена года, то же самое с шишками. Но это нужно видеть, как вот это все происходит, действо. Когда вот это все сгорает, кругом дым идет. И все вот, особенно когда приезжают фотографировать нас, это вообще нечто. Но вот чтобы получить цвет, добавляют краситель. Вот чтобы получить синий, голубой цвет,